Kia Rio FL на автомате 1.6. Проверим, какой расход будет 92-го бензина. Заправлялись на Газпром нефть. Пробег у машины небольшой. Сегодня покатаемся, посмотрим, сколько скушает. Покатался я на Rio 1.6. Новый кузов FL. Автомат. Проехал я 350 километров. И расход получился ровно 8 литров. Такой же, как на седе, такой же, как на новой Elantra. Нормальный расход. По городу.